və baş sağlığı verirəm sizə. Çünki böyük bəladır, böyük faciədir, günahsız. Еще раз выражаю вам соболезнования. Это большая беда, большая трагедия. Погибли, пострадали невинные люди. Вы знаете, что Азербайджан, как и всегда, с первых минут, с первых часов был рядом с братской Турцией. И мы, как всегда, проявили свою поддержку, свою солидарность. Если мы смогли хоть немного помочь в ликвидации последствий этой ужасной трагедии, то считаем это честью для себя. Турция также всегда находится рядом с нами, и в хорошие времена, и в трудные. Это ужасное землетрясение глубоко потрясло нас, причинило каждому из нас большие моральные страдания. Мы разделяем горе наших братьев. Да ниспошлет Аллах скорейшего выздоровления пострадавшим. Позвонив моему дорогому брату, господину президенту, чтобы выразить ему соболезнования, я сказал, что мы всем своим существом рядом с вами. И, как вы знаете, туда непрерывно направляются команды. В то же время направляются и будут направляться врачи, спасатели, волонтеры. Və eyni zamanda həkimlər, xilas edicilər, könüllülər göndərilir və göndəriləcəkdir.